пропустил мяч. Есть возможность прокинуть на Егора Антоновича. И пошла атака Крумкачу. Антонович по флангу. Есть варианты в центре. Коленский открывается. Вот и Зайцев. Под штрафной удар мимо ворот. Пожалуй, особенно если учесть то, что... А вот и очередная ошибка. Да, сегодня много ошибок Крумкачу. Перед своей штрафной удар по воротам мимо. 20 номер. Пертов, но какой есть. Тропин. Удар. Дашкевич впервые вступает в игру по-серьезному. И очень приятно, что у нас такой состав, что и... Мне кажется, даже и в первой лиге... Накидывают на Елизаренко. Елизаренко в одно касание на Коленского. Коленский достанет мяч возле бровки. Коленский может идти в обыгрыш. Ну что? Серия обманных движений и угловой. Его, из его сильных качеств подача на ближнюю. Скидка. Елизаренко. Свечка загорелась. Попытка пробить. Красиво в любом Перехват. Случае. Антонович, можно в одно касание скидывать на Серого. Серый удар. Нет, это не Серый, это Алексей Евзрезов. Алексей Евзрезов оказался на позиции, где скорее можно было ждать Ростислава. Но свисток. Подача точно в руки голкиперу. По-моему, аут будет. Быстро Лукашевич его вел. Отдал передачу на Елизаренко. Елизаренко заходит в штрафную уже и прострел. Подача! Красиво! Серый. Интересная связка. Рискованная передача, но какая классная в итоге. Можно сказать, шальная, но, возможно, и зрячая на Серого. Серый, можно стрелять! И что? Бог ты мой! Кривцов не спас свою команду, но помешал только защитник. А ведь как близко был Егор Антонович к тому, чтобы забить свой четвертый мяч в этом сезоне. Еще одна передача. Вынос. Голевой момент в этом матче. Судя по всему, нет, потому что вот еще один заход. Классная передача, можно вешать, но там никого нет. И здесь только Иван Коленский может вдохнуть в эту атаку второй. Импульс. Новые. Фланга исполняет топ, подача. Высокая, наброс. Сокол уверенно играет на подборе. Егор Антонович. Антонович на фланг. Скинул оставшемуся там Елизаренко. Еще одна подача. Срезка. Ого. Опасно. Команду Шахрат Арджанов. Футболист, в общем-то, успевший до этого поиграть в системе юношеских испанских клубов. Ну, в общем-то, довольно интересная история. Здесь не знаю, насколько такая же, но здесь опаснее. Здесь интереснее, потому что еще одна попытка. Лукашевич носил удар, и штанга была, да. Смог. Плей-офф не попал. Притом довольно давно уже шансов на него не имел. Примерно с начала августа, даже математически, насколько я помню, было очень непросто нагнать группу лидирующую, а в ней было четверо в этом сезоне. Это подача. Скидка не удалась. И что, опасная игра. Действительно, едва-едва Занович. Скатили. Удар мощно, но все ждал. Все ждал. Седьмой номер. И контратака в игру, побежал. Седьмой номер. Остался 1-1 против Евгения Радькова. Ищет помощи. Пытался дать Тропину. В спину этот мяч пришелся. И Взрезов. Елизаренко, можно продолжать на фланг. Здесь же Антонович, прострел напрашивается. Но есть и Лукашевич. Лукашевич, еще один удар. Ну что? Очень мягко и не сильно Евгений Елизаренко носил. Но все равно мы выиграем подбор. И до сих пор у нас мяч. Радьков на краю штрафной площади. Радьков. Еще одна попытка. Вдоль ворот. Антонович. Антонович. На свободного Лукашевича. Подача. Скидка. Сейв блистательный. Кривцов. Как вытащил из ближнего угла. Ведь удар наносил, если я не ошибаюсь, Ростислав Серый. Знается больше как полузащитник, включающийся к нападению. Здесь вопросы к Сергею Козеке. Подача. Хорошо справляется Гусев. Сейчас опять смотрю. Антонович. Еще одна подача напрашивается. В обыгрыш пошел Елизаренко. Сделал интереснее. Еще одна подача. Еще один вынос от БГУ. За кем будет подбор? Серый на газоне. Нет. Посмотрим, а что на фланге выберет. Еще и Ростислав Серый остался. Навес. Подача. Удар. Выше ворот. Блин, около штрафной. Серый. Отличное решение. Лукашевич, ну что, может развернуть атаку. Еще одна попытка прострелить. Неудачная. Здесь же в борьбе Лукашевич. Чисто. Есть пространство. Можно стрелять. Антонович. Удар в упор. И что? Гол. Елизаренко. 1-0.
Затяжная вот такое начало второго тайма. Затяжная атака. Губашов приводит голу. Наносил удар сначала Антонович. Том, кто может еще усилить БГУ по ходу встречи, мы расскажем после штрафного. Тропин. Подача. Кацкаволец. Краков, особенно центральные защитники, смогут нанести акцентный удар. Но не получилось. Илья Зайцев на подборе. Отдает передачу на Антонович. Антонович снова навес. На ближнюю штангу в этот раз. И уверенно. Мередов. Тропин на фланг. Подача. Ближний угол. Что? Зафиксировать нужно. Ну и содранных коленей, но он сегодня безукоризненно хорош. Передача, дорожка. Дорожка разобрался. Штрафной удар. В руки Кривцову. Скидка, опасно. Устремляется вперед Милошевич. Милошевич на длинных ногах проходит уступающего ему в антропометрических данных Рачкова. Шишалевич. Мередов. Хорошая передача. И Старикова прошел сейчас игрок БГУ. Не могу рассмотреть, кто это был. А вот передачу дальше отдал не вполне удачную своего же. Подача. Удар не очень сильный. Еще есть положение вне игры. Вбегавшего дорожка. Козыренко. Получил передачу от Старикова. Подача. Попала. Как не смог. Сейчас забивали нашим футболистам, особенно в конце встреч. Это, наверное, 80 плюс минута. Да, к слову, ну и мы ведь врывали. Лынько, удар по воротам, ну что? Великолепный гол! Это великолепнейший гол! Бог ты мой! Что он сотворил? С 30 метров! Просто Сергей Лынько, без секрета! Вырезаем на хайлайты, на 4-3-3 отправляем. Просто прекраснейший гол Сергея Лынько в стиле Златана Ибрагимовича. У этого футболиста есть. Лынько, скидка вперед на Попаву, Попава. И устремляются наши нападающие вперед. Ну что, дорожка, удар, Попава бил. Герва, тому пришлось разбираться, в общем-то, бесхитростно отдавать обратно. Атака при этом продолжается, еще одна попытка, дорожка. Он с мячом, еще одна передача, вынос. Опасность не миновала. На фланге Лынько и просит передачу Геров под штрафной. Геров, на подборе, Геров. На подборе, удар. С лету. Вниз положил его Геров. Внизу его встретили уже защитники БГУ. Здесь же Овсяник. И классно, классно играет Шишалевич в подкате. Ну. И успешно они продолжают. Стариков с мячом на Козыренко. Не будет бить. Здесь уже преградили путь. Дорожка. Геров. А можно и бить. Ну что? Мимо ворот. Седьмое место с 17 баллами. А тем временем Крумкаши в атаке. Попава. Ушел в центр сам. Да. Пробил. Хорошо Кривко играет. Здесь же Овсяник на подборе. Овсяник в борьбе. Еще одна передача. Козыренко. Можно бить. Удар угловой.